такое, когда это никто иной, как бегемоты. И ведь такое тоже происходит. Город Сент-Люсия на юге Африки. Тут достигнуто соглашение с одним из крупнейших и опаснейших животных на континенте. Сюда они приходят с ближайшей реки каждую ночь, когда улицы пустеют, и сразу же приступают к поглощению травы. Они могут схватить ее только губами, поэтому предпочитают низкую траву, которую удобнее выщипывать. И ухоженные газоны для этого подходят идеально. Эти гиганты могут съесть до 50 килограммов за один раз. Целыми семьями бегемоты идут в город подкрепиться. И каждую ночь жители Сент-Люсии делят свой газон с огромными животными. Такие опасные существа и так близко. Такое сложно вытерпеть. Но, как ни странно, конфликтов немного. Чем принуждать бегемотов изменить их поведение, жители предпочли изменить свое. Они относятся к бегемотам с уважением, давая им пространство для ночных походов за едой. И это удивительно, но такое решение принесло огромную выгоду городу, и из-за бегемотов привлекает множество туристов.